мостиков! Там у нас! Пойдем! Ты откроешь ворота в сказочную страну? Ты хочешь продолжить путешествие по сказочной стране? Или поиграть в игры сказочной страны? Путешествие по сказочной стране? Ты хочешь поиграть? Uno, dos, o tres! Как ты думаешь, что вырастет из этих волшебных зерен, если я их посажу? О, мы попали в волшебную страну! Смотри, это же 7 гномов! Ола, сой, дора! Хола, дора, мучи густо! Вот, возьми банан! Буца должна обнять настоящая принцесса. Но в волшебной стране нет настоящей принцессы. Дора, ты можешь стать настоящей принцессой. Прекрасная идея! Для того, чтобы стать принцессой, тебе необходимо найти волшебные кольца, научить петь гигантские горы и превратить зиму в весну, а также принести королеве и королю луну. Это же так сложно! У тебя все получится, Дора! Мне придется очень постараться, чтобы выполнить все задачи. С твоей помощью я обязательно справлюсь. Поможешь мне стать настоящей принцессой? Грасиас! Дора, ты должна разбудить Буца до того, как упадет последний листик с моей лозы. Ой, тогда мне лучше поторопиться. А мы пока поухаживаем за спящим Буцем. Грасиас! Я постараюсь вернуться как можно быстрее. Вамонос! Нам предстоит еще много всего сделать. Чтобы разбудить спящего Буца, Дора должна стать настоящей принцессой. Чтобы стать настоящей принцессой, Дора должна найти волшебные кольца. Затем ей нужно научить гигантские горы петь. Затем ей нужно превратить зиму в весну. И в самом конце ей надо принести луну королю и королеве. Повторяй за мной. Волшебные кольца. Научить петь гигантские горы. Зиму в весну. Король и королева. Не забывай искать волшебные звезды по пути. Вот это да! Итак, сначала мы должны найти волшебные кольца. Мне понадобится твоя помощь, чтобы стать настоящей принцессой и найти звезды. Алиэста! Вамонос! Я должна стать настоящей принцессой, тогда я смогу разбудить спящего Буца. Пещера дракона. Где же сам дракон?
Тебе никогда не стать настоящей принцессой. Смотри. Вот так. Куидадо! О, нет! Чтобы найти волшебные кольца, нам надо перебраться в пещеру. Но эта коварная ведьма преградила путь. Нам нужна волшебная звездочка, которая поможет нам перебраться через эти каменные глыбы. Как ты думаешь, мы можем найти волшебную звездочку? Сы! Давай посмотрим вон там. Отличная идея! Храбрая звездочка! Ты нашел звездочку! Храбрая звездочка – самая сильная волшебная звездочка! Поможет нам. Щелкни по картинке, чтобы ее раскрасить. Здесь есть много. Давай пойдем в пещеру дракона. Нам храбрая звездочка, самая сильная волшебная звездочка. Ей хватит сил, чтобы сдвинуть любой камень. Храбрая. Если камни с небольшими драгоценными камушками прикоснутся к камню с большим драгоценным камнем, они исчезнут. Вот это да! Мы убрали 46 камней. Спасибо, храбрая звездочка. Добро пожаловать в мою пещеру. Как хорошо, что я теперь не один. Ой, смотри, это очень дружелюбный дракон. Я дружелюбный дракон. Не беспокойся. Мы ищем волшебные кольца. Мне не нужны, чтобы я смогла стать настоящей принцессой. Волшебные кольца? Вы пришли как раз туда, куда нужно. Мне тоже нужна помощь, чтобы найти мои волшебные кольца. В моих сундуках с сокровищами есть 3 кольца. Кольца спрятаны в сундуках, на которых нарисованы определенные фигуры. Послушай мои советы. Тебе надо соединить драгоценные камни на стене, и ты увидишь зашифрованную фигуру. Когда ты подберешь фигуру, которая совпадает с фигурой на сундуке с сокровищами, то найдешь кольцо. Ты поможешь мне? Кольца спрятаны в сундуках, на которых нарисованы определенные фигуры. Следуй моим советам, и ты сможешь соединить драгоценные камни на стене и нарисовать фигуру, которая будет совпадать с фигурой на одном из сундуков. Когда получившаяся фигура совпадет с фигурой на сундуке с сокровищами, ты найдешь кольца. Ты поможешь мне? Посмотри на стену моей пещеры и помоги мне найти все синие драгоценные камни. Трон! Теперь... Посмотри! Кольцо! Помоги мне надеть кольцо на палец. Gracias! Мы нашли одно кольцо. Una mio! Нам осталось найти всего 2 кольца. Теперь попробуй найти все фиолетовые драгоценные камни. Постой. Тебе необходимо найти все драгоценные камни на стене. Звезда! Теперь найди сундук с сокровищами, на котором звезда на нем. Помоги мне надеть кольцо на палец. Gracias. Мы нашли 2 кольца. Dos anillos. Это означает, что нам осталось найти 1 кольцо. Посмотри внимательнее.
все зеленые драгоценные камни. Горизонтальный прямоугольник. Теперь ты можешь найти сундук с сокровищами с такой же фигурой на нем. Вот и оно! Помоги, посчитай вместе со мной. Uno, dos, tres. Теперь у нас есть столько колец, сколько нам нужно. Спасибо за помощь. Мира, драгон! Посмотри на кольца, которые мы нашли. Вот это да! Тебе удалось найти их. Muchas gracias. De nada. С тобой было очень интересно искать кольца. Если ты хочешь снова поискать кольца, нажми кнопку «Повтор». Или щелкни по дракону, чтобы продолжить наше сказочное приключение. Дракон превратился в принца! Какой он красивый! Меня превратили в дракона много лет тому назад и заставили охранять все эти сокровища. А ты освободила меня! Miraste! Gracias, Dora! De nada! У меня есть подарок для тебя. Es una cajita de música mágica. Волшебная музыкальная шкатулка. Эта шкатулка поможет тебе стать настоящей принцессой. De veras? Какой прекрасный подарок! Гидадо, но ты можешь использовать ее только один раз, поэтому не используй ее, пока она тебе не понадобится. Хорошо, я буду обращаться с ней осторожно. Теперь нам нужно подумать, куда же пойти дальше. Обратимся к карте. Вот это да! Ты проходишь мимо дракона! Это так смело! И тебе удалось найти волшебные кольца, которые были нужны Доре. Умница! Куда мы теперь направимся? Правильно, к гигантским горам!